А ты до этого Энечке дозвонилась? Не-а. Да я не стала ему звонить, какой смысл? Все равно это, как всегда, все круто, все понравилось. Стой. Но ничего. Давай машину. Покупать не будем. Ага. Спасибо. Они бы еще на Арбате квартиру сняли. А что ты так реагируешь? Тебе завидно, что ли? Жди, скоро они нас на свою свадьбу пригласят. Потом домик прикупят, детей нарожают. Ну а что, люди сняли квартиру поприличнее. Ты порадуйся. Да видела я это все. Что? Ну, вот сначала квартира получше, потом машина. У них же нет машины. Детей побольше будет. Будет. Мы туда идем? Ну, нет, не туда. Нам обратно. В общем, купят они еще маленький домик в лесу. И, в общем, потом вообще забудут, с чего все началось. А ты что, против детей, что ли? Не пойму, боишься их? Они не укусаются? Да. В жизни мало страданий. Нужно как-то внести свою лепту. В смысле? Дом построить – это страдания привнести? Нет, детей нарожать. Ты что, Илья, ты объелся что-то не того? Ты сейчас преуменьшил, да, страдания человека? Ты скряга. Лжец. Вот. Отлично. Вот и поговорили. Ты что туда идешь? Ну, я ищу. А ты вино какое купила? Ой, слушай. Я купила красное сухое. Убери к себе, а? И ты будешь отдавать. Что? Какое-то израильское. Сашка белое пьет. И что мне сделать? Бегать в магазин? Может, она только на синих стульях в полосочку сидит? Зой, ну не надо. Зой! Ты как-то прям хорошо осведомлен о предпочтениях своей бывшей девушки. Зой, ну, 6 лет назад было. Твоя. Ладно, ладно, ладно. Смотри, балкон. Не надо мне вот эти твои вещи. Ой, слушай, ты что, ревнуешь? Ну, конечно. А ты слышал ее новую запись с Федоровым? Я вчера скачала. Очень хорошая. Прям мне очень понравилась. Песня хорошая. Я тебя люблю. Да? Здорово. Тридцать восемь. Слушай, ну я же просил тебя зашить. Ну подумаешь, одна дырочка. Это вообще мы по родным одна. Да. Это мы. Кто там? Да мы. Да. Каша малая. Не хотят пускать. Эй! Что? Это мне надо говорить. Ну извини, я не вижу нифига. Прекрасно, не могут лампочку вернуть. Неряха. Ну, зашьешь. Сам зашьешь. Слушай, давай только это на пару часов, ладно? Угу. Ну, прям, если я тебе подмигну, ты следи за мной. Да, конечно. Ну, не у доктора сидеть. Привет. Привет. Проходите, привет. Привет. День твой последний настанет, Бургой. Я тоже люблю тебя, Илюш. Проходите. Да, проходим. Привет, затворник. О, это кто-нибудь затворник-то, а? Тебя же из Раменского не вытащить. Ну что, в вашей Москве не идут? Красную площадь, что ли? Ну, чего-нибудь да не видел. Ну ладно, я побежал. Вот, ты уходишь, что ли? Труба зовет. Опаньки. Ага. Нет, вы есть будете, минут через 15 лазанья будет. А где все-то? Я думал, у вас настоящее новоселье будет.
Да мы всех звали, но никого же не вытащишь. Антоха обещал позже зайти, а Стас с Олей вообще на Украину уехали. Живем в одном городе, да? А встречаемся... Пока, ребят. Пока. Пока. Слушай, а что они на Украине-то делают? Так Оля же бабушка в Одессе. Класс. Слушайте, а Боря сказал, что вы квартиру эту за неделю нашли, правда, что ли? Чего торопились так? Да, чего спешили-то? А вы больше Борю слушайте. Мы 2 месяца ее искали. Но переехали действительно очень быстро. А что случилось? Ваша это... Хозяйка на академической опять, что ли, вам цену подняла? А у тебя мой телефон? Да нет, там на академической нормально все было. Мы как раз ремонт сделали. Ау! Только места мало. Я извиняюсь. Мне просто должны из галереи одну звонить. Ну, конечно, никто не позвонит. Ну. А сколько комнат? 3. Ого. А что вам 3? Ты рояль собрался купить, Саша? Белый. Не совсем. А как у тебя с той выставки? Купили что-нибудь? Нет. Ну, как всегда. Талант. Новое лицо современного искусства. Ну, ничего. Может быть, вы купите, а? Слушайте, я вам недорого отдам. Что вы снимите уже измазню? Есть такая же у Зойки, только с вертикальными полосками. Кстати, Илюш, ты, может, свои колонки заберешь? А то они у нас полгода лежат уже. Конечно, заберу. Что, думаю, на новоселье пришел? Какие-то такие загадочные. Мы их, между прочим, выкинуть хотели, когда переезжали, но рука не поднялась. Я вам выкину. Я, кстати, вот на прошлой неделе заказал второй усилитель, так что очень, да, кстати. 2 зарплаты. Ну, одним кликом. Ну, не 2. Не а 2. Что взял? Эшли взял. Саш. Так зачем? У тебя же хороший монитор. И зачем эти? Так там референсную пару можно подключить. Вы ничего не хотите нам рассказать? Ну, мы никому еще не говорили об этом. Так. Нас скоро будет 3. Вот это да. Я поздравляю, очень круто. Правда, я поздравляю, очень рада за вас. А когда? В мае. Вау. Вообще, ребят, прежде чем такие новости сообщать, нужно налить. У вас совести совсем нет. Я вино открою. Очень здорово. Хотя, пойду колонки твои поищу, сам открою. А покрепче ничего нет, да? У меня просто слов нет, молодцы. Учись, студент. Ага. А что, а Питер как теперь? Ну, жизнь на этом же не заканчивается. А, она только начинается, но уже не твоя. Эй. Да ладно. Перестаньте. Спорю на ящик шампанского, вы будете следующими. Может, нет. Мне кажется, вы еще не пришли к общему мнению по этому вопросу. Нет, почему же пришли? Да? Да. Интересно. Зой. А что? Мне кажется, что просто кто-то не хочет платить страдания на белый свет. Я так понимаю, что запись с Федоровым отменяется. Ничего не отменяется. Федоров уже оплатил ту питерскую студию в декабре. Ну, значит, у вас просто все будет по-другому. В смысле по-другому? Прекрати. У тебя приступ сарказма начинается? Если я не ошибаюсь, Боря раньше ни с одной вечеринки нельзя было выгнать. Он даже как-то у нас в знак протеста ночевал на балконе, помнишь? А при чем здесь Боря? А что, как сейчас было? Труба зовет? Знаете, как Борин трубу зовут? Даша. Очень приятная во всех отношениях полуторагодовалая девушка, но, по-моему, он с того момента так ничего нового не написал. Или я что-то пропустил? Ну, ты пришел сюда сказать, что на этом моя жизнь закончилась? Боже упаси, Санечка. Я просто сказал, что все будет по-другому. Олег тот вообще не знал, как с плиточником расплатиться. Сначала свои примочки продал, потом гитару вовсе. Саш, ты не обращай внимания. Просто у нас у непризнанного гения вчера очередной кусок на радио не приняли. И теперь у нас обида на весь мир и вот такая защитная реакция. Да, Саш, не обращай на меня внимания. Зоя просто не терпится во все это поиграть, да? О, слушай, а может она у вас поживет немножко, посмотрит как, что, к чему, а вам же нужна будет нянька. Зой.
Золь,